В рамках профилактики сотрудники ГАИ Донецкой Народной Республики совместно с волонтерами, юными гаишниками провели акцию напоминания пешеходам, как себя вести в различных дорожных ситуациях. Инспектор ГАИ города Донецка в звании майора Сергей Авдошин рассказал подробнее о цели мероприятия. Цель данного мероприятия – напомнить пешеходам о безопасности перехода проезжей части. То есть, вы сами понимаете, наступила осень, многие люди сейчас носят капюшоны, зонтики, а это мешает обзорности пешехода. Хотим обратить их внимание, раздадим листовочки, напоминающие пешеходам о том, как правильно нужно переходить проезжую часть. Сотрудники ГАИ совместно с юными гаишниками-волонтерами из 96-й школы нашего города приступили к реализации данной акции. Мы раздаем людям листовки, чтобы они помнили правила дорожного движения и не переходили дорогу в положенном месте на зеленый цвет, чтобы не было аварий и сохраняли свое здоровье. Своим мнением насчет предотвращения различного рода ДТП поделились и местные жители, которые получили листовки и напутствующие наставления от сотрудников городской полиции. Я думаю, это все от воспитания, наверное, зависит, потому что они видят, как их родители, там взрослые всякие дядьки перебегают дорогу на красный, они же начинают за ними бегать. Ну, так я считаю. И потом они становятся такими же дядьками, тоже начинают бегать, на них смотрят такие же дети, и потом тоже бегают, это бесконечная цепочка. По результатам акции можно сделать вывод, что пешеходам нужно быть более внимательными перед тем, как переходить дорогу. Сначала посмотреть налево, потом направо, убедиться в отсутствии на дороге автомобилей и дорожного транспорта, и только после этого совершать переход на нерегулируемом пешеходном переходе, на регулируемом переходить исключительно на зеленый свет. Сергей Михайлов, Алина Боярская, Новороссия ТВ.